Bonsoir, chers amis. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами мы решили сделать небольшое стихотворение. Это стихотворение называется «La vie», «Жизнь», которую написала мать Тереза. Как об этом говорят, может быть, в интернете пойдут какие-то другие. Найдете вы какую-то другую информацию, но вот я нашла эту. Стихотворение очень красивое и очень легкое, в принципе, для изучения. В некоторых местах там немножко другие правила, например, отсутствует артикль, но это более так поэтично. Не пугайтесь этого. Смотрите, давайте я прочту это стихотворение сначала сама. Как мы будем с вами вообще работать? Я его прочту, мы его переведем, потом мы почитаем его по слогам вместе. Очень большое преимущество вот этих записей онлайн. Вы сможете потом пересмотреть это много-много раз и почитать по слогам вместе со мной. Вот сколько вам захочется, столько вы это и сделаете. Главное нам добиться такой четкости в артикуляции, жестикуляции, если вы будете там как-то еще более так артистично его читать. Вот. И потом уже по интонациям расскажу, где что отметить, какие вообще нюансы существуют. Так вот, давайте прочту его, ну, не претендую на какую-то там великую красоту, просто чтобы было понятно и фонетически было, главное, чтобы слышно. La vie. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est une aventure, ose-la. La vie est en combat, accepte-le. La vie est en bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Voilà. Bon, et давайте переведем. Перевод не художественный, но так, чтобы было понятно именно по смыслу. Потому что если мы учим стихотворение, надо, чтобы вы его, разумеется, понимали, чтобы вы его чувствовали, тогда интонация будет действительно максимально естественной. Так вот, жизнь, стихотворение начинается, называется «Жизнь». Жизнь – это удача. Saisis la – схвати ее. Жизнь – это красота. Восхищайся, наслаждайся ею. Admire la. Дальше. La vie est un rêve. Жизнь – это мечта. Сделай из нее реальность. Faisons une réalité. Сделай из нее. Faisons une réalité. Дальше. La vie est un défi. Жизнь – это вот челлендж, испытание какое-то. Fais-lui face. То есть сопротивляйся ему. La vie est un devoir. Жизнь – это какой-то долг, какое-то задание. Accompli-le. Выполни его. La vie est un jeu. Жизнь – это игра. Joue-le. Сыграй ее. La vie est précieuse. Жизнь – ценна. Prends-en soin. Возьми о ней заботу, то есть заботься о ней. La vie est richesse. Est une richesse. Жизнь – это богатство. Conserve-la. Сохрани его. La vie est amour. Жизнь – это любовь. Jouis-en. Наслаждайся ею, радуйся ею. La vie est un mystère. Жизнь – это какая-то тайна. Perce-le. То есть, ну, дословно, пронзи ее, то есть раскрой тайну эту. La vie est promesse. Жизнь – это обещание. Remplis-le. Выполни его. La vie est tristesse. Жизнь – это грусть. Surmonte-la. Поднимись над нею. La vie est une aventure. Жизнь – это приключение. Ose-la. Осмелься на него. La vie est un combat. Жизнь – это борьба. Это accepte-le. Прими ее. La vie est un bonheur. Жизнь – это счастье. Mérite-le. Заслужи его. И последняя фраза. La vie défend-la. Жизнь – это жизнь. Защити ее. Voilà. En fait, c'est beau. Для меня это очень красиво. Давайте сейчас с вами прочитаем это по слогам. Для того, чтобы прочитать это очень эффективно и хорошо по слогам, вы должны максимально широко открывать рот. Действительно, артикуляция должна быть очень живая. Когда вы будете работать сами, поставьте перед собой зеркало. Желательно, чтобы никого в этом помещении не было, потому что чтобы вас никто не смущал. Воздух должен очень широко, вообще свободно выходить из вас. И должны быть, например, все слоги очень четко проработаны. Можете даже рукой вот себе вот так делать, чтобы вам помогать ритм держать. Давайте попробуем. La vie. La vie est une chance. Saisis-la. La vie
et beauté. Admire-la. La vie est un rêve. Fais-en une réalité. La vie est un défi. Fais-lui face. Открывайте шире рот на все открытые. Face. Дальше. La vie est un devoir. Accomplis-le. La vie est un jeu. Joue-le. La vie est précieuse. Prends-en soin. La vie est une richesse. Conserve-la. La vie est amour. Jouis-en. La vie est un mystère. Perce-le. La vie est promesse. Remplis-la. La vie est tristesse. Surmonte-la. La vie est une aventure. Ose-la. La vie est un combat. Accepte-le. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Вот, когда у вас будет это получаться очень четко, то есть каждый слог очень красивый, вы можете себя записать на аудио, чтобы как-то анализировать, тогда вы можете приступать к следующему этапу. Но лучше это прям сделать машинально. И дальше скорость вы должны увеличивать. То есть будет так. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. И так далее. У вас должно очень быстро получаться, потому что красота французского языка состоит в том, что есть открытые, закрытые, округленные звуки. Все это быстро и не смазано. Так что у вас должно именно так и быть. Дальше. Обратите внимание, что все стихотворение, оно как бы два ритма имеет. La vie est une chance, вверх интонацию, saisis-la. И всегда у нас во французском нет вот таких прям рубленых каких-то интонаций, все должно быть очень плавно. И там, где у вас какое-то ударение эмоциональное стоит, вы немножко фразу удлиняете и слог этот удлиняете. Во французском нет ударения, есть удлинение. То есть получается «La vie est une chance, saisis-la». Вот сейчас я все прочитаю, сделаю небольшие паузы. И после каждой этой фразы вы должны повторить. «La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté». Admire-la, артикулируя хорошо. La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin, pardon. Давайте еще раз эту фразу. La vie est précieuse. Prends-en soin. La vie est une richesse. Conserve-la. La vie est amour. Jouis-en. La vie est un mystère. Perce-le. La vie est promesse. Abrasez-moi, Coxino. Remplis-la. La vie est tristesse. Surmonte-la. La vie est une aventure. Ose-la. La vie est un combat. Accepte-le. La vie est ton bonheur. Mérite-le. La vie est la vie. Défends-la. Вот за мной сейчас вы можете опять же это несколько раз пересмотреть, не обращать внимания там, где ошибки сделала, вот, и повторяйте. А потом уже полностью, вот как я первый раз прочитала в начале видео, все это повторяйте, повторяйте много раз. Главное, чтобы вы это стихотворение прочувствовали. Оно действительно очень красивое, такое мудрое, вот. И, в принципе, много раз делайте эти упражнения и выучите. Пишите, может быть, хотите, чтобы мы какие-то еще стихотворения взяли, обязательно это сделаем. Это стихотворение достаточно легкое, это для уровней А1, А2, но если кому-то очень хочется и B1, почему нет? Bon, je vous souhaite une bonne soirée, on va se voir avec vous. Bientôt, au revoir.